В библиотеке поселка Развилка прошел памятный вечер «Песни военных лет». Собираться после праздников и еще раз вспоминать войну и ее героев стало уже традицией для местных жителей. Когда-то года 3-4 назад мы впервые провели вечер военной песни. И так это понравилось нашим жителям, что этот праздник стал традиционным. И ежегодно после майских праздников мы проводим такое мероприятие – вечер военной песни, на котором мы поем песни о войне, читаем стихи, вспоминаем о подвигах, приглашаем, чествуем ветеранов. Сегодня мы собрались с вами, чтобы вспомнить тех, кто завоевал великую победу для нашей страны. Те, кто отдал свою жизнь за нас, за наших детей, за наших внуков. Вспомнить тех, кто подарил нам сегодня мирное небо. На мероприятие Грачева Юлия со своей дочкой Ядой пришли впервые. Юлия написала для вечера стихотворение про своего дядю, который ушел на фронт и не вернулся, а ее дочь Яна прочитала его со сцены. Стихотворение называется «Он шел на фронт». Мне было очень интересно понять и воссоздать историю этой трагедии, как он решился пойти, как он с гордостью шел на фронт защищать свою любимую родину, и о том, что он был не один, что таких молодых ребят было очень много. Меня очень трогает эта история, потому что война очень страшная вещь, и, конечно же, он пошел на фронт только уже в 19 лет и умер первые дни войны. Василий Щеглов не пропускает ни одного концерта и с удовольствием исполняет как общеизвестные песни, так и те, которые написал сам. По его словам, более благодарной и теплой публики нигде не видел. Мы поем эти песни, мы вдохновляемся ими, потому что эти песни, не знаю, ну, кровью написаны, если можно так выразиться, да, вот нашими там предками, не так далекими, кстати. И они, как бы, эти песни помогают нам, так сказать, самим и духом крепнуть, и все-таки и детям своим доносить, что было такое время, и что вот мы смогли его пережить благодаря вот нашим ветеранам. Все, что сделали вы в этой войне, трудной войне, страшной войне. Не так давно в Развилке появился собственный хор. Выступать на сегодняшний вечер пришла женская половина команды. 5 песен о памяти, подвигах, жизни, смерти и любви исполнили прекрасные голоса. В сегодняшнем вечере я чувствую тепло песен, такую лирику, такая красота льется вот с этих песен, вот она как-то разогревает. Учеников Развилковской школы до глубины души тронули истории из жизни юных Зины Портновой и Вити Хоменко. Они были поражены храбростью и мужеством героев и посвятили им номер, где еще раз напомнили о подвигах пионеров. Юные мстители. И Зину избрали членом ее комитета. Она участвовала в дерзких операциях против врага. Завершили концерт любимой Катюши. Воспевание России, красота исполняемых песен, смех и слезы – все было сегодня. Память – главное слово вечера. Именно она передается из поколения в поколение вот уже более 70 лет. Анастасия Горелова, Евгений Садовский, Сергей Ларин. Видное ТВ.